Так, закончил я перерыв. Продолжаем. Наш GraphQL. Наш GraphQL. Значит, сделаем сейчас мутацию. И я еще зашел на официальный сайт GraphQL. Официальный сайт GraphQL, где основные идеи рассказываются, лучшие практики, и посмотрел, как делаются запросы, обычные запросы. То есть вот это дефолтное имя, если мы сейчас зайдем так в property какой-нибудь и граф, и вот мы можем настроить, по какому пути у нас это все дело будет срабатывать. Это превращается у нас в какой-то сервлет, судя по всему. Ну вот, граф, сервлет, маппинг, граф QL. То есть вот это наша консольная версия, граф iQL, а вот это то, куда мы будем делать запросы непосредственно. Давайте продемонстрируем это, как это можно было сделать. Сервер я запустил. Так, вот наша консольная версия. Вот простой вариант, да? И вот здесь вот сразу, скажем так, сформировалась готовая строчка. Да, здесь все убого выглядит, все убого. То есть открывающая скобка это проценты и 7b как будто бы. Но если я вот сейчас закрою, то есть уберу этот i и сделаю точно такой же запрос, у меня сейчас вернется один JSON, который мы привыкли. То есть вот таким образом наши аппликейшены, наши single page application или какой-нибудь сервер будет стучаться и получать, то есть он стучаться будет вот по такому какому-то адресу и получать вот такой JSON. Естественно, его нужно будет ему распарсить. То есть вот так это примерно выглядит. И вот я еще смотрел, как можно делать запросы. Мне стало просто интересно, каким образом делаются запросы, как они формируются, и как мы видим, вот. Но здесь написано it will have to send like, то есть вот с этими дурацкими. Некрасиво, в общем. Это все некрасиво выглядит. Так что... Или здесь еще есть вариант поста. Вариант поста. То есть просто отправить JSON-объект, который содержит данные о том, каким образом нужно сделать запрос. Ладно, у меня... Не будем мы урлом, сиурлом сегодня пользоваться. Так, просто разобрались, как делать запросы. Так что проблем особо здесь возникнуть не должно. Не знаю, как делать вот эту трансформацию нормальную. Так что пользуемся постом. Пользуемся постом и отправляем JSON. И здесь тело как строчка. Тело как строчка. Так что проблем особо возникнуть не должно. Окей, ладно. Еще раз повторю, реагирую по дефолту GraphQL. И кому интересно, вот посмотрите. Посмотрите здесь, какие есть еще настройки. Конечная точка GraphQL. Конечная точка GraphQL. Окей, ладно, поехали. Хочу я сейчас сделать, значит, хочу я mutation сделать. Значит, тянуть я резину особо здесь не буду. Сделаем mutation и закончим тему GraphQL. Кому будет интересно, в принципе, основная идея нам уже понятна. В принципе, должна быть. То есть мы должны как-то схему наших данных организовать и тип запроса.
и реализовать все это дело еще через resolver'ы методы. Ладно, поехали. Сейчас нам нужен вот этот mutation. Давайте mutation. Java mutation. Я также назову mutation. Так. Только implements. Окей. Это у нас снова компонент. То есть у нас зарегистрируется такой компонент, как здесь предлагалось. Значит, нужно заутоварить autovar. То есть мне нужен репозиторий. Мне нужен репозиторий. Ну, давайте букву сохраним. Ой. Private book repository, book repository. Так. String и name. Ой, здесь как все много. Как много данных. Как много данных, непонятно. Окей. Так. Значит так, public book create book. Для начала мне нужен string name, string name, так? Потом потом мне нужно передать Author. И так, давайте я создам, значит, var book new book только с именем, и ему установлю автора. Но мне нужен будет ладно, не буду тут пока особо думать. Пишем, значит, return book repo save, значит, у нас вот какой save book, и здесь мы установим автора буки. Значит, book set author, set author. Окей, наш метод готов, то есть наш mutation готов. Теперь нужно нам нужен вот mutation. Так. Где у нас? Окей. Так. Create user. Create book. Значит, здесь у нас передается name. Name. И передается author. 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 Автор. И возвращается бука. Бук.
Так, правда, здесь просто фильтры добавились, окей. Mutation. Сейчас посмотрим, как это дело создается. Mutation. Create user. То есть это, вероятно, exclusion какой-то идет. Ладно, давайте перезапустим. Перезапустим и посмотрим. Здесь это у нас простой пример. Мы разбираем какую-то вложенность. Так, немного считерил, скажем так, упростил себе жизнь. Что я сделал? Я решил передать просто одни стринги вместо объекта. Лень мне стала разбираться. И здесь я, соответственно, преобразовал. Я снова сохраняю автора. И затем создаю букву, бинжу их друг на друга и сохраняю. Теперь идем в наш консольный вариант и создаем букву. Для этого мы здесь используем mutation и используем createBook. И здесь у нас, здесь, скажем так, мы функцию запускаем и используем вот такие скобочки. Обычные. А круглые, кудрявые, скажем так, скобки, мы указываем то, что нас интересует, ответ какой. Так что давайте. Вот наш ответ. Теперь давайте посмотрим. Query tags books name. И как мы видим, у нас появилась еще одна книжка. Вот так вот. Немного я, конечно, считерил, обошел. Лень мне разбираться, как тут с объектами. С объектами передается. То есть у нас есть еще вот такой вариант. Мы можем делать мутейшены. Окей. Ладно, на этом предлагаю пока приостановить GraphQL. В следующий раз попробуем посмотреть реактивный вариант. В принципе, там сложности возникнуть особо не должно. Я посмотрел, существует большое, на самом деле, большое количество реализаций идеи GraphQL. То есть GraphQL — это своего рода некая спецификация, а кто как ее реализует, это не важно. То есть мы там что будем? Нам нужно будет просто каким-то образом определить схему, то есть описать наши модели. И query с мутейшенами. И все. А то, как делаются запросы HTTP через реактивность, мы уже, в принципе, знаем. Не очень хорошо так, как обычные запросы, поскольку мы их реже делаем, но знаем. То есть вот в следующий раз попробую посмотреть именно уже реактивный подход. Изучайте Spring. See you next time.